Здравствуйте, дорогие друзья! Я организатор 10-й юбилейной выставки «Артвойлока. Новая жизнь традиций» Ирина Зайцева. Хочу пригласить вас на мастер-шоу «Сотворение», которое пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге в креативном пространстве «Ткачи». Изюминкой прошлых выставок стало полюбившееся зрителям мастер-шоу «Вылочные бои», где мастера в режиме онлайн соревновались в создании художественных образов, раскрывая зрителям секреты своего мастерства. Представляем вам наше новое мастер-шоу «Сотворение». Долой борьбу! Мы решили отказаться от соревновательности и накала страстей в пользу совместного созидательного творчества. Новый проект призван объединить мастеров и зрителей в едином процессе, театр и войлок в едином замысле, шерсть и шелк в едином творении. Три талантливых дизайнера-филдмейкера Елена Найденова, Алла Халайджи и Ульяна Удинцева будут работать над образом для настоящей актрисы. Приглашенный гость проекта – заслуженная артистка России Дарья Юргенс, получившая широкую известность после роли Даши Мерлин в картине «Брат 2», а в настоящее время более известная зрителям по роли Багиры в проекте «Морские дьяволы». За плечами Дарьи полсотни ролей в кино и несколько десятков в театре. За свою актерскую карьеру бесстрашной актрисе доводилось побриться наголо, неоднократно погрузиться с аквалангом и прыгнуть с обрыва, а сейчас не менее азартно Дарья решилась принять участие в нашем проекте и одеться в войлок. Всем здравствуйте! Я актриса Дарья Юргенс, актриса театра и кино. Вот меня пригласили принять участие в мастер-шоу «Сотворение» на 10-й. Представляете, уже на 10-й выставке «Артвойлока. Новая жизнь традиций». Что я знаю о войлоке? Ну как же. Валенки да валенки, да не подшиты старенькие. И вот, не поверите, для меня стало настоящим открытием, что, оказывается, из войлока можно делать и элегантные пальто, и всякие невероятные шляпки. И самое невероятное, что какие-то стильные платья. Пусть это будет образ для прогулок по осеннему Петербургу. У меня фантазия заиграла, но перед глазами, тем не менее, у меня все валенки да валенки. Вот, поэтому я буду с нетерпением ждать, что же сотворят дизайнеры. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Елена Найденова. 5 ноября в рамках этой выставки будет проходить замечательный проект, который называется «Сотворение». То есть вместе мы будем создавать образ для одной актрисы. Я надеюсь, что мы создадим вместе с вами, дорогие друзья, потому что именно так это и будет происходить при вашем непосредственном участии. Какое-то что-то удивительное, какой-то удивительный образ для Дарьи Юргенс. Пальто я планирую выполнять в технике, ну, в какой-то вариации на тему войлочный пэтчворк, полюбившийся так многим. И для участников этого мероприятия на видеокурсы по пальто будет скидка 50%. Так что, дорогие друзья, 5 ноября мы ждем вас. Рада приветствовать всех любителей войлока. Меня зовут Алла Халайджи, и я люблю войлок так же, как и вы. С 3 по 5 ноября в Санкт-Петербурге состоится 10-я юбилейная выставка «Артвойлока. Новая жизнь традиций». На этом замечательном событии запланировано большое количество интереснейших мероприятий, в том числе мастер-шоу «Сотворение». 5 ноября мы, Содружество трех мастеров, будем творить образ для замечательной актрисы, заслуженной артистки России Дарьи Юргенс. Я взяла довольно сложную в исполнении, но привычную для себя часть образа – обувь. Итак, 5 ноября в креативном пространстве «Ткачи» я буду делать для Дарьи теплые сапожки. Далеко не лишний предмет гардероба женщины, предстоящей зимой. У зрителей будет возможность не только увидеть процесс создания обуви, но и принять активное участие в этом процессе. А еще для гостей мастер-шоу я приготовила приятный сюрприз. Видеокурс по сапожкам за полцены. Приходите, будет очень интересно. До встречи в Качах. Ваша Алла. Добрый день. Меня зовут Ульяна Удинцева. Я текстильный дизайнер из Санкт-Петербурга.
5 ноября я принимаю участие в мастер-шоу «Сотворение», которое пройдет на выставке «Артвойлока. Новая жизнь традиций». На этом шоу я буду создавать оригинальный аксессуар для актрисы Дарьи Юргенс. Это будет уютный капюшон снуд, который так комфортно укутаться в осенний день. На шоу мы вместе со зрителями будем создавать шаблон, раскладывать тончайшую мериносовую шерсть и украшать это все волокнами вискозы и шелка. Приходите, будет очень интересно, ведь наш войлок достоин того, чтобы его носить. Для желающих оказаться в эпицентре творческого процесса, перенять опыт лучших дизайнеров-филдмейкеров и узнать, как создаются из войлока пальто, сапоги и стильный аксессуар, а также принять участие в их создании, заказ билетов на нашем сайте handmadeart.ru. Спешите, количество билетов ограничено.